16630 копейчан приняли участие в рейтинговом голосовании по программе формирования комфортной городской среды. Оно состоялось 18 марта в день выборов президента. Любой, кто пришел на избирательный участок, мог также заполнить опросный лист. Копейчанам предоставили возможность выбрать городские объекты, которые нужно благоустроить в первую очередь. После подсчета голосов и определилась очередность исполнения пожеланий. Итогом стал рейтинг из 20 мест. Наибольшее количество голосов набрал фонтан на площади Трудовой Славы. За него было отдано 5842 голоса. На заседании счетной комиссии было решено, что 7 объектов будут выбраны уже в этом году. Первые 7 – фонтан, парк Победы, городской парк, велодорожка, парк за ДК Бажова, пешеходный тротуар. 3 объекта выбраны для строительства или капитального ремонта, и 4 объекта выбраны для так называемого планирования, то есть подготовки различных проектно-сметных документаций. Реализация проекта формирования комфортной городской среды в Челябинской области будет проходить в течение года. На эти цели планируется потратить 1 миллиард 54 миллиона рублей. Деньги распределят в 19 муниципалитетов, жители которых уже определили первоочередность благоустройства.